На политической обстановке немножко пройдемся. И первая новость касательно, ну она, наверное, касается не только Украины, всего мира. Это новость из Китая. Вы знаете, что в Китае, по заявлениям властей Китая, бушует пандемия COVID-19. Вроде бы как там вирус немножко мутировал, и теперь там не COVID-SARS-2, а COVID-омикрон. Такой вирус, слышали такое название. Так вот, они пытались закрыть там очень большое количество людей на жесткий карантин, полиция отлавливала заболевших и так далее. В результате были стычки с полициями, потому что люди теряют работу, людям не за что существовать, а сидеть 2 недели в карантине не очень-то многие и хотят. Так вот, протесты достигли такого пика, и, видимо, Китай переоценил саму ситуацию с этим ковидом. Почему я говорю, что мы точно не знаем, Китай очень закрытая страна, насколько там она пагубна, эта ситуация на сегодняшний день. Так вот, позавчера Китай отменил все карантинные мероприятия, все абсолютно ограничения сняты. Не нужны уже никакие ковидные справки, никакие ковидные паспорта, ничего. Китай открыл свои границы. Всех выпустили из карантина, кто болен, тот в больницу, кто здоров или сидел в карантине, тот, пожалуйста, иди домой. Причем самое интересное, что во многих аэропортах мира образовались гигантские просто очереди туристов, которые ожидали открытия страны Китай. То есть туристы ломанули туда просто волной. Потому что Китай открылся. Теперь Китай живет обычной жизнью. Про ковид они... Я так думаю, что они поступят, наверное, так же, как это сделала, кстати, Европа и Израиль. Израиль первый это сделал. Потом это сделала Европа, сейчас это сделал Китай. Кстати, Соединенные Штаты тоже сняли там целый ряд ограничений по ковиду. Ковид теперь считается просто острым... перешел в разряд острого респираторного заболевания. Во многих странах составлен протокол его лечения, он внесен в общую базу данных, и это не является теперь какой-то смертельной или опасной болезнью. Ну, кроме Украины, кстати. Мы почему-то продлили карантинные мероприятия аж до 30 апреля. Да, есть всплеск заболеваемости, но это, скорее всего, сезонная заболеваемость. Так же, как и грипп, который нас косит каждые полгода, 2 раза в год, в зависимости от времен года. Вот такая вот ситуация. Как это повлияет на общую ситуацию в мире, особенно с вот этим ковидом? Ну, посмотрим. Китайцы же тоже сейчас получили право выезжать из страны, поэтому они сейчас поедут по всему миру, как и туристические поездки, так и в деловые поездки, так и в миграционные поездки. Следующая новость пришла из России. Россия, ну то, что я говорил, что они не могут на сегодняшний день открыто сказать, что закрываем границы, начинаем вторую волну мобилизации и вводим военное положение. Эти 3 постулата Путин откладывает. По некоторым данным сказали, что он откладывает это на 15 января, во всяком случае, объявление о закрытии границ и объявление второй волны мобилизации в объеме 500 тысяч человек. Вот. А якобы военное положение он планирует на начало февраля сделать 2 крупных заявления. Это обращение к Федеральному собранию ежегодное и обращение к нации. Причем планируется, что оба обращения будут в один день. И вот там планируется, что он объявит о введении военного положения. Ну, может быть, это планируется. Посмотрим, как они... Но, тем не менее, они по разным причинам, в том числе и по социологии, которая показывает, что не готово, видимо, российское общество к таким радикальным изменениям в своей судьбе, они не объявляют это, но с 5 января повестки пошли полным ходом, то есть на 500 000 человек, военкоматы разносят повестки, и с понедельника, это вчера, с 9 числа, эти мобилизованные должны были прибыть в военкомат по повесткам, которые разносили 5 числа. То есть мобилизация идет полным ходом, волна стартовала. Неофициально, втихую, но она стартовала. Границу закрыли.
Но опять же втихую. Во-первых, те, кто имеет, ну, есть категория невыездных, кто имеет хоть какой-то долг в России, там нельзя выезжать, их вас не выпустят. Россиян не выпускают. А сейчас еще таможенная пограничная служба начали искать малейшие зацепки, любое там какое-то несоответствие или нарушение, сразу же ставится штамп «отказ». «Отказ». В пересечении государственной границы. И всех мужчин призывного возраста большинство заворачивают обратно. То есть граница потихонечку, занавес опускается, она начинает закрываться. Пока что по таким, ну, неформальным, скажем так, неофициальным поводам, которые находят таможенная и пограничная служба. Так что кто еще хочет уехать, пока есть щели, ну, имейте в виду, что граница закрывается. Постепенно закрывается. Так что вот такая ситуация. Полный запрет на пересечение призывникам, мужчинам призывного возраста границы ожидается, что будет объявлен либо вместе со второй волной мобилизации, которая планируется объявление на 15 января, либо в момент обращения к нации или к федеральному собранию, которое планируется на начало февраля. Теперь новость касательно из Европы, касательно Украины. Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72 и эвакуационную машину Трева-30. Эта партия, эти Т-72, они модернизированы. То, что мы с вами говорили, что там они модернизированы под натовские стандарты в плане средств связи, в плане системы управления огнем и так далее. Партия готова, танки готовы, я так понимаю, что они где-то, а может уже в Украине, трудно сказать. Но тем не менее, лично премьер-министр Чехии Петера Фиалы приехал, ну будем так говорить, помахать рукой эшелону с танками, который отправился в Украину из Чехии. И он даже оставил автограф, он написал на эжекторе одного из танков, он написал на танке Т-72, который поедет, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором, написал премьер-министр на стволе танка Т-72. Американская компания из Соединенных Штатов тоже. Это, кстати, к вопросу о том, что военно-промышленный комплекс стран развернут. Все, не прошло и 10 месяцев войны, как они начали, запустили точнее. Ну, отстают, конечно, как всегда, те, кто больше всего надеялся на договорняк, очевидно, с Российской Федерацией. Отстает Германия очень сильно, потому что там до сих пор идет бадание между канцлером Германии Олафом Шольцем и промышленниками, немецкими промышленниками, которые хотят начать производство вооружения, в том числе и для Украины, или взамен того, которое для Бундесвера, если Бундесвер начнет поставлять нам из своих запасов. Там идет до сих пор бадание. У Чехов, вы видите, премьер-министр провожает, это же ВПК танки отремонтировала, модернизировала. В Соединенных Штатах заводы тоже запущены. И вот очередная американская компания получила от Пентагона контракт на поставку ракетных систем «Вампир» для Украины. Стоимость контракта составляет $40 миллионов. Harris Technologies называется компания. Контракт предусматривает поставку в Украину 14 систем «Вампир», причем 4 системы будут поставлены к середине 2023 года, а еще 10 систем до конца 2023 года. Ну, здесь уже эта система «Вампир» для борьбы, это ближнего радиуса действия, тактическая система для борьбы с беспилотниками и низколетящими малоскоростными целями, воздушными целями, то есть вертолеты, штурмовики и беспилотники. Вот такой этот комплекс. Он переносной, ну точнее передвижной. Можно устанавливать на пикапы, можно просто устанавливать на земле, на треноге. Пусковая, 4 ракеты у нее и система обнаружения и наведения. Работает в автоматическом или в полуавтоматическом режиме. Так что ожидаем. Это уже, видите, поставки уже на весь 2023 год.
Я так думаю, что это уже в рамках перевооружения нашей армии. Ну и, естественно, те первые комплексы, которые попадут на нашу территорию или в руки наших военных, они сразу же окажутся на линии фронта или на объектах, которые необходимо защищать от тех же дронов «Шахеда». Далее Швеция. Ну вот тут, наверное, надо сказать «Аллилуйя». Потому что это третье сообщение за 10 месяцев о том, что Швеция готова наконец-то передать нам самоходные артиллерийские установки «Арчер». Неоднократно мы их обсуждали, уже знаем, наверное, наизусть знаете все их ТТХ, что это самая новейшая разработка среди артиллерийских систем в мире на сегодняшний день. Она фактически представляет собой гаубицу-автомат, которая работает при минимальном участии человека. Это практически артиллерийский робот, я бы даже так ее назвал. На базе карьерного грузовика шведского, карьерного самосвала, шведы поставили артиллерийскую часть, которая снаряжается боеприпасами и зарядами. Экипаж 2 человека, они находятся в кабине, это командир и водитель, но управление гаубицей осуществляется из кабины. То есть экипаж не выходит из кабины, гаубицы, тягача, все остальное производится в автоматическом режиме. В том числе расчет данных для стрельбы, в том числе и само ведение огня. Командир орудия только указывает количество боеприпасов, координаты цели, количество боеприпасов и темп стрельбы. Все остальное делает гаубица, автоматика делает самостоятельно. Кстати, шведы даже проводили летом учения по развертыванию батареи с марша, 4-орудийная батарея, они ее развертывали прямо на автобане. Останавливали движение и отрабатывали вопросы развертывания, нанесения удара по неплановой цели. Так вот, всего таких гаубиц в Швеции 12. И что вселяет надежду, то что заявление о том, что Швеция готова половину отдать Украине, 24 гаубицы всего, 24. Швеция готова отдать половину, то есть 12 гаубиц Украине, сделал министр иностранных дел Швеции. Но это уже официальное лицо, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время у нас появится еще дивизион, 4-орудийного состава, ну, практически дивизион гаубиц «Арчер». Очень хорошая система в плане ведения контрбатарейной борьбы, потому что полностью автоматическая. Далее, начинается перетрубация. Ну, я так понимаю, что мышиная возня вокруг власти в России начинает набирать обороты, и военный блок, скорее всего, решил усилиться. Мы знаем, как критике подвергаются военные начальники, особенно со стороны вот этого триумвирата Пригожин, Кадыров, Суровикин. Правда, Суровикин там старается не отсвечивать, потому что он вроде как тоже генерал. Вот. Но он как бы полевой генерал, он здесь командует операцией в Украине, но не паркетный во всяком случае. Так вот, а на паркете в генеральном штабе происходит ротация кадров. Помните генерала Лапина, который командовал Донецким направлением? Из успехов у него было это взятие Северодонецка, Лисичанска, взятие Лимана, но потом была потеря Лимана. И после того, как мы освободили Лиман, Лапин был сильно раскритикован, его там бездарью обозвали, кстати, эти же ребята, Пригожин с Кадыровым, и он был, ну, будем так говорить, с треском уволен, с позором уволен, снят с этой должности, вроде бы как командующего центральной группой армии. Вроде как он писал рапорт на увольнение, и потом о нем все как-то так подзабыли, он ушел в отпуск и на лечение, а тут раз и Лапин становится командующим сухопутными войсками Российской Федерации. Я вам скажу, что командующий сухопутных войск — это не последняя фигура, это практически он и может иметь статус и одного из заместителей министра обороны, командующий видами вооруженных сил, имеет такой статус. Но я думаю, что это сделано, Шойгу и Герасимов предпринимают шаги по набору своей команды. То есть
своих сторонников они притягивают к себе. Арбатский округ, как, так я называю генеральный штаб, ну это не я, это в Советском Союзе его еще так называли, генеральный штаб тогда вооруженных сил СССР, а сейчас московский, так он, точнее России, так он и остался, потому что он находится на Арбате. Вот. Так вот, Арбатский округ начинает, видимо, занимать круговую оборону, усиливается кадрами и будет бороться за свое выживание. Так что вот такая вот меняющаяся ситуация. И опять Россия и Китай. То, что нас очень волнует, отношения России и Китая. Так вот, стало известно, помните, мы с вами гадали, ломали голову, так согласовывал Путин с Китаем военную агрессию против Украины или не согласовывал. И конечного ответа мы не получили. Да, Путин был на открытии Олимпиады, да, он там сидел в ложе гостей, один сиротинушка, прикрывшись пледом, вот, чтобы не замерзнуть, а Си Цзиньпин сидел в своей правительственной ложе в окружении своей, всей своей свиты, не обращая внимания на Путина. Так вот, сейчас стало точно известно, в результате реакции Министерства иностранных дел Китая, так вот, что Китай не был в курсе о том, что Россия собирается напасть, вторгнуться в Украину, такое масштабное вторжение в Украину. Они сопоставили все факты и понижен на два ранга, понижен в должности заместитель главы МИДа Китая за то, что прощелкал вот этот момент, не смог спрогнозировать российское вторжение в Украину. То есть вторжение Путина в Украину для Китая тоже стало неожиданностью. И сейчас, я так понимаю, что в Китае, раз они провели такое тщательное расследование, пришли к таким выводам, наказывают виновных. Китай, кстати, очень любит наказания, никогда своих они очень четко наказывают, вплоть до расстрелов. У них смертная казнь, расстрел. Так вот, эксперты приходят к выводу, что Китай начал понимать, что Россия более всего не сможет одолеть Украину, и она выйдет из конфликта второстепенной и ослабленная держава. Это то, о чем, это та цель, которую ставит перед собой коллективный Запад, что Россия должна стать державой второго уровня, второго ранга, но не первого, никак. И не супердержавой тем более. То есть Россию понижают как минимум на два уровня в плане политической иерархии мировой. Если это Китай начал понимать, это очень хорошо. Значит, помощь от Китая будет сводиться к минимуму. Потому что Китай не захочет мараться. Китай всегда рядом с победителями. А когда он видит побежденного, то он забирает то, что его интересует у этого побежденного. О чем мы тоже неоднократно говорили. Вы знаете, что с 1 января текущего года в Евросоюзе председательствует Швеция. У них каждая страна, член, имеет 6 месяцев на главенствование в Европейском Союзе. Каждые полгода они меняют как бы лидера. Такой переходящий приз или пальма первенства. Так вот, с 1 января Швеция официально стала главенствующей в Европейском Союзе. И Швеция официально подтвердила, что саммит Украина-ЕС будет проходить в Киеве 3 февраля. Долго ждали, потому что между анонсом, когда об этом заявил наш президент Зеленский, и вот только вчера Швеция официально подтвердила, что да, саммит состоится, да, 3 февраля, и да, он будет в Киеве. Следующее. В Российской Федерации, точнее на России, началась очередная волна самоубийств этих конструкторов и разработчиков и производителей видов вооружения. Мы помним, что в начале войны, точнее летом, в начале лета была целая серия пожаров, сгорел институт, который разрабатывал калибры, потом начали гибнуть там руководители этих институтов, кто-то застрелился, кто-то скоропостижно скончался. Так вот, на Российской Федерации умер разработчик ракет «Калибр». Так что
Он был научным руководителем концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», который разрабатывала крылатую ракету «Калибр». И он такой не единственный, там еще есть целая серия. Ну, я думаю, что это больше связано, наверное, с коррупционной составляющей, не с военной составляющей. Почему? Потому что все вот эти разработчики, генеральные конструкторы, через них прокручивались все деньги, которые выделялись на разработку этих видов вооружения. Война показала положительные и отрицательные стороны. Но сейчас, когда в России премьер-министр Российской Федерации пытается мобилизовать доходы даже частного сектора, уже не говоря о государственном секторе бизнеса в России, экономики, точнее, в Российской Федерации, это говорит о том, что денег катастрофически начинает не хватать. И поэтому, чтобы не всплыли вот эти, видимо, хищения, миллиардные хищения на военных разработках, вот эти люди, которые непосредственно знают, кому, чего и сколько делили из ассигнований, государственных ассигнований на разработку вооружений, они вдруг начали так скоропостижно кончаться. Как вот как главный разработчик ракет «Калибр». Я думаю, что эта серия продолжится. Мы летом говорили, что когда они начали там погибать, неожиданно говорили, что серия это продолжится. Вот был небольшой перерыв, сейчас опять четыре руководителя КБ и ведущих конструктора вооружения Российской Федерации скоропостижно скончались. Разные причины смерти, но тем не менее. Вот вы задавали вопрос, и сразу же я, наверное, тут же в оперативной обстановке, эта новость и будет ответом на него. Почему против Беларуси не вводятся санкции? Я хотел ответить, что там уже негде вводить санкции, Беларусь вся под санкциями. Все, что можно было в Беларуси, все уже введено на сегодняшний день. Списки исчисляются сотнями человек из числа руководителей, чиновников и политиков Беларуси на Западе введены санкции. Так вот, нашла все равно, Европейский Союз все равно нашел и введет новые санкции против Беларуси и Ирана. Ну, кстати, то, что против Ирана, наконец-то. Почему, вы знаете, да, что Иран помогает России, передавая дроны, и сейчас решается вопрос, будут, не будут передавать баллистические ракеты. Так вот, Урсула фон дер Ляйен заявила, что мы будем продолжать давить на Кремль с санкционным режимом так долго, сколько понадобится. Но расширим эти санкции для тех, кто в военном плане поддерживает российскую войну. Таких как Беларусь и Иран, заявила президент Европейской комиссии.